Всем привет, ребята! И вот новый день, новый влог. Собрался я поехать в парк. Иду к велосипеду, а там вот это. Воздуха тут нет. Вообще нет. Ну, это просто мелочи жизни, когда есть такие друзья, как у меня. Давид вот уже там через кого-то пробил, вроде через Самира. Он купил камеру, Давиду передал, Давид уже едет. Так что встретимся, когда она уже будет с воздухом. Оп! Все. Давид, ты на это поедешь? А? Это не байк-клип. Поехали. Погода теплая? Очень жарко. И зачем ты так оделся? Ад. Влад поедет? Да. Что купим? Воду. Куртаняня возьмем? Куртаняня? Хочешь берешь куртаняня? Нет. Я хочу себе фанту синюю. Только здесь нет вроде. Где синяя фанта? Ненавижу. Что ты купил? Еда богов. Питье богов. Ладно, возьму эту с булочкой и пойду что-то еще. Вот почему в магнитах нету синей фанты? Завезите, короче, синюю фанту, вам задание. Синюю фанту. Семечки пошелкаем, братан? Да, конечно. Да ладно, пойдем. Лето. Богдан уже там. Отсечка. Все с кайфом, ребята, приезжайте сюда кататься. Все сухо. Разваливается, но ничего страшного. Когда приехал в парк, самое главное похавать. Скейт-парк пополняется. Удаляем. Че, если на скейте приехал, так все, да? Сразу забыли. Да, братан. Какие мы суровые. Вот. Если стан не бьешь, то тебя забыли, братан. Стан — это жизнь. Переоделись, начинаем рассказывать. Не полушай. Окончательно. Ты сможешь прыгнуть и сделать канкан в дырку? Да. Целиком тарил. Вот давай вот, линию какую-нибудь. Смотри, вот так сейчас попадешь и просто минус тапа. Да. Ну ты сделаешь линию? Да. Давай, пошел. Чего, куда? Все, с кайфом, закругляемся. Домой. Здорово, ты! Видеоблог, понял, братан? Видеоблог.
Мало приехал. Канкан, канан. Камару. Пушка. Скейт-парк, движуха ожила. Давай трюк. Ну, кстати, нормально. Это Богдан, он делает трюки на большом велосипеде. Что, будет через стол? Дай говори, да. Посмотрим. Собирается. Все, пошел. Йоу! Ты специально так затормозил? Подписывайтесь на него, я не знаю его инстаграм, так что не подписывайтесь. Пацаны, давайте трюки, ну давайте, что вы там лежите? Почему так сильно? Что такая штыка? Что ты робишь? Я с тобой в зубной в тот раз увиделся. Пацан плакал. Ладно, ладно, я шучу. У нас не идея, знаете какая? Давайте вот кто-то будет на армянском, кто-то на русском, кто-то на украинском базарить. А мы так не умеем. Что такая? Есть концы, но... Что ты робишь? Давайте, ну, пацаны. Давайте линию. Ой, паровозик. Паша Нара. Что ты делаешь, Давид? Тренируюсь. На Олимпиаду, на физ поеду. Ну ты уже доехал, все, останавливайся. Что такая? Давид, что слышишь, такая? Сотку до центра даю, довезешь? Конечно. Сегодня бесплатно, сегодня тарифов. Ноу хендик. Через план. Да, нормально. Сочи шоу. Йоу, ноу хендик. Паркур будет, паркур? Конечно! Помутишь? Я засмеялся, как МС грузин. Ты сейчас весь чесаться будешь. Давайте вы тоже, пацаны. Не, вы адекватные, да? Саня, давай VIP. Это мой велик, кстати. Да VIP говорю. Давай VIP.
Пацаны, давайте, короче, небольшой челлендж. Давид, давай, идем. Челлендж, короче, будет. Кто больше прыгнет с подката? Давай. В длину. Куда? В парк? Идешь, Богдан? Сюда. Богдан, бери свой велик, пошли, пойдем. Ты там два? Челлендж. Наших три. Ничего страшного. Да, конечно, будешь у каждого велик брать. Все, вы играете, пацаны? Да. Все, все играют, красавчики. Саня, играешь? Ты играешь? Вот этот пацан прыгнет точно больше всех. Ну, больше меня прыгнул, красава, я вообще не умею. Победители хотят еще раз прыгнуть. Победитель. Не, ну нафиг. Давай, не сдави меня. Кипиш, пацаны. Кипиш, беткача кипиш. Чида. Давайте, пацаны. Кеша, подмогу своим. Ты опять выиграл? Везде ты выигрываешь, задолбал уже. Я это я. Я это моя история. Он идет от меня, Вася. Не ко мне не подходи, они тебя бить будут. Не снимай. Кеша, давай бей его. Я же могу. Почему? Что-то на меня в сторону смотри. Говори. Я не могу, я показываю фигуры, смотри туда. Да. Там канкан, вон там Dark Side. Вип через там попробовать, потом вон там опять канкан, бопази, трансфер. 360 эргрэп. Потом вон там канкан. И вот тут ванфут на канкан. Давай, короче, посмотрим. Ну, в общем, я тут, мне тут стоять? Да. Хорошо. First try. Чё, ты привёз мою кофту? Да. Здорово. Здорово, Сам. Как дела? Отлично, тебя как? Дай кофту, замёрз по-братски. У меня в футболке тут все в кофту. Нифига у тебя портфель модный. Сколько тысяч здесь стоит? Нет. Ну не знаю, сколько мне брат подарил. О, с кайфом, респект. Давай. Спасибо. Да нет. Просто я кофту в парке забыл, а вот этот вот пацан забрал её к себе домой, ещё и постирал. Все, теперь я не буду мерзнуть. Ад. Ну, Вадик. Это новая фирма. Спортбокс, дай я первый. Я все за мной! Давай! Майнкрафт! Давай! Это Майнкрафт. Блядь! Yeah.
В общем, ребята, видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Мы успели чуть покататься до того, как погода станет вот такой. Старался сегодня Давид. Я тоже старался. Он тоже чуть-чуть старался, я не старался. Ну все, мы в портал, до свидания.